Здарова, ребят, с вами Илья, и это наша Игродень. Сегодня решил сделать новостной ролик по игрушке Los Angeles Crimes, тем более, что многие спрашивают по этой игрушке и спрашивают, когда же новая бетка. Ну и, наконец-то, есть что-то новенькое, новая информация, есть о чем рассказать, поэтому, ребят, вначале давайте проголосуйте, нравится ли вам еще Los Angeles Crimes, и вообще жмите лайки, если ждете эту игрушку, посмотрим, что из этого получится. Ну и не теряем время, поехали! Ну и начнем с того, что наконец-то разработчик поделился с нами новой информацией по игрушке в своем твиттере и сообщил, когда же она выйдет и что же нам ожидать. Ну и начнем с того, что новая бетка выйдет уже совсем скоро, а именно 5 февраля, и это будет бета 1.4. Теперь, что же там добавит? Ну и добавит там такой крутой телефон. У телефона будет большой функционал, он будет выглядеть следующим образом, и скорее всего именно в таком форм-факторе мы его уже увидим. Вообще возможности телефона будут достаточно большими, мы будем использовать его в машине, можно будет здесь изменять обои, изменять цвет нашего телефона, изменять его размеры, можно будет сделать фотографии и, конечно же, можно будет звонить по этому аппарату. На самом деле, этот телефон будем видеть не только мы и другие пользователи, и это тоже очень здорово. Вообще, как я понял, осталось сделать несколько моментов, а именно вызов машины из телефона, а также чит-коды с разным функционалом для нашей с вами мобилки. Вообще, как я думаю, многие помнят, в первых версиях Los Angeles Crimes вообще все было заточено именно под мобилки, мы вызывали оттуда и машины, и разные мотоциклы, и делали гравитацию, и все в таком духе, я думаю, что здесь будет что-то похожее. Вообще пока непонятно, где это будет реализовано, будет ли это нормально в онлайне, потому что ту же гравитацию, если все будут включать, то по идее это будет полнейший трэш, так что я думаю, функционал все-таки будет ограничен. В общем, в любом случае, скоро все это дело мы уже чекнем, посмотрим, поэтому как только будут какие-то еще новости, я вам, конечно же, сообщу. Ну а так, будем надеяться, что переносов с релизом мы не увидим, что игрушку скоро уже заценим, потому что 5 февраля уже, по сути, скоро, и мы, конечно же, тут же ее посмотрим. Также, кстати, еще из информации, ПК-версии больше не будет, и разработчик сосредоточился именно на мобильной игрушке, поэтому будем только теперь ждать версии под наши Android-девайсы. Вот такие, ребят, новости. Ну, напишите, что вы думаете по этому поводу, обязательно подписывайтесь на канал, если вам интересны мобильные игрушки, и скоро еще будет много всего интересного и свежего. Ну и заканчиваем на сегодня. Всем хорошего настроения и до скорых встреч. Пока.